Расследование уголовного дела Пашкова завершено. Экс-министру предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Максимальная санкция соответствующей статьи – 10 лет лишения свободы. Следственные органы обвиняют Пашкова в причастности к хищению бюджетных средств на сумму более 29 миллионов рублей, выделенных в виде государственной субсидии Септишмашу. По версии правоохранителей, Пашков и Лусников, директор предприятия, представители в Министерство промышленности и энергетики договоры, бухгалтерские балансы, статистические данные, содержащие ложные сведения о затратах предприятия на производство оборудования. Напомню, Лусникову уже было предъявлено обвинение, однако в 2011 году его нашли мертвым. Пашков же лишился должности в прошлом году, следствие завершилось только сейчас. И сегодня мы связались по телефону с адвокатом экс-министра. Он сообщил, что с документами ни он сам, ни Денис Пашков пока не ознакомлены.